Я очень рад, что так много сегодня вас здесь, в этом зале, в нашем ЗАГСе, собралось, чтобы в честь праздника сказать друг другу теплые слова, вам вручить заслуженные награды. Я с ними хочу вас поздравить и поблагодарить вас за тот труд, который вы многие десятилетия в ваших семьях несете и даете, еще раз повторюсь, пример молодежи. Уже прозвучало, что праздник сегодняшний, он начинался как праздник в честь православных, святых, благоверных князей Петра и Феврония, и в силу народной привязанности, любви к нему, с 2008 года все более массовым, все более популярным становился. И вот в этом 2022 году по решению президента Российской Федерации он впервые отмечается уже как государственный праздник. И это еще раз подчеркивает, что семья, семейные ценности – это основа нашего государства. И это те базовые ценности, которые объединяют наше общество. И в нашем современном мире, который очень часто со стороны смотришь, кажется, сходит с ума, кажется, он становится каким-то ненормальным. Именно семья является той основой, которая сохраняет его устойчивость. И если мы сможем в нашем обществе те семейные ценности, олицетворением которых вы являетесь, сохранить, привить молодежи, обеспечить их устойчивость и преемственность, незыблемость, то тогда и Камчатский край, и страна наша будет устойчиво развиваться. И вот это такое известное выражение, что семья – базовая ячейка общества, оно ведь действительно верно, потому что то, что мы закладываем в наши семьи, транслируется потом и в наше общество, и в экономику, и в государство, и в регион, и во всю нашу страну. Поэтому я еще раз хочу искренне вас поздравить с сегодняшним праздником, пожелать вам и в вашем лице, каждой камчатской семье, тепла, мира и благополучия. Если в наших камчатских семьях все будет в порядке, то все в порядке будет и в нашем крае, и в нашей стране. С праздником, дорогие друзья, с вами, семьи и верности!